Подготовка к отопительному сезону – одна из основных тем еженедельного совещания. Особое внимание – участкам теплотрасс, где работы не укладываются в график. В частности, на теплотрассе по улице Нововокзальная, где запланировано заменить 450 метров труб. Ожидаем окончания полностью по монтажной схеме, собрать ее до 5 октября. Это вот такая теплотрасса, которую Олег Борисович и вызывает на сегодняшний день у нас по срокам, потому что на ней висит порядка 330 домов. Также есть небольшое отставание от графика на участках улиц Карбышева и Промышленности. Глава города поручил ускорить работу, чтобы не задерживать получение паспорта готовности к отопительному сезону. И посоветовал привлекать к ремонту муниципальные предприятия. 5 октября – это где-то вот крайний срок, когда все должно быть закончено. Да? Но рекомендация, просьба такая, поактивнее привлекать наши предприятия муниципальные к данному виду работ. У нас вот есть серьезные структуры, которые техникой владеют. Знаю, что большие объемы работ, вот, значит, надо вам контакты такие выстраивать. И люди профессиональные, и техника, и спрос более понятный, скажем так, требовательный у нас с этих предприятий. Старт отопительного сезона в этом году запланирован на начало октября. Если температура воздуха будет держаться на отметке 8 градусов и ниже, отопление начнут включать в школах, больницах и детских садах. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.